они дисквалифицированы. Давид Алаба восстановился к этому матчу, и он сегодня в защите. Ну и тот такой выбор, в общем, достаточно очевидный в пользу Матипа. Да, великие команды. Бибери 7 номер, Левандовский 9, Гнабри 22. Гнабри великолепно сыграл. Больше номер 27. Рафинья под 13 номером сыграет справа. Ну и пара центральных защитников, которые идут 6-0. Лишнее тому подтверждение. Состав Ливерпуля. Тут абсолютно никаких. 6-й или, как подсказали мне, ливерпульские болельщики, англичане, Трент они его называют, просто Клоп сказал вчера на пресс-конференции, футбол будет открытый, но пока Бавария вот на своей половине поля, начиная от Мюнхена, дело не дошло, плюсовая температура, нормальная футбольная погода, прекрасный газон, так что нельзя пропускать, то есть с оглядкой на оборону тоже следует действовать, можно ли поверить, тысячи и никаких людей, которые приехали просто потусоваться в городе и болеть за свою команду. Ведет борьбу за мяч и выигрывает это единоборство у Трента. Впрочем, тут же рикошет. Трент. Клопа спрашивали вчера на пресс-конференции о том, какие воспоминания у него от Альян произношения фамилии. Это особенность русского репортажа. Нигде, ни в одной стране никто не обращает внимания. Вспоминался передача за спину Тренту. Трент здорово играет, опережает Франка Рибери. Рибери рукой показывает жестом. Победник Ливерпуля. Потеря. Удар! Первый опасный. Вперед. Этот момент Бавария, но Ливерпуль теперь идет вперед, но там очень быстро теряет мяч. Пока действует команда, Рибери проникает в штрафную площадь. Хендерсон здорово действует на подстраховку. Надеюсь, на взгляд болельщиков Баварии тоже. Ну, понятно, что у ливерпульских, у Рибери, он не принимает участие в этой атаке. Первый на мяче Ван Дайк, пенальти Фос. Левандовский, воспитанник, можно сказать, Юргена Клоппа. Именно он сделал его знаменитым игроком. Левандовский, пожалуй, наверное, на тот момент, когда все трое были в форме. Ну, Орсату рядом, не толкает. Клопп недоволен, размахивает руками. Но который не получился зрелищным. И Андрей Сергеевич, когда мы обсуждали эту игру, говорит, ну что, очень внимательно играет Бавария, страхует Алабу. Медленно играет Ливерпуль. Милнер сейчас потерял мяч. И Хумель сидя, но все-таки сыграл Алаба. И тут же прессингует, зажимает в боковом прессинге Ливерпуля. Открытый футбол, который нам обещал Юрген Клопп. Это было скорее такое, наверное, популистское заявление. Любой игрок может забить. Нет ярко выраженного бомбардира в команде, такого как в этой команде. Встает сейчас весь стадион Альянс-Арена. 20-я минута. Пока таких ошибок никто не допускает. Мяч уходит за пределы поля. Мане. Через низ идет игра, пас в штрафную. Ну и, наконец, впервые в матче на 23-й минуте. Салах бежит. Салах бежит, ставит корпус Алаба. Пока Алаба четверть матча прошло. А Фирмино. Фирмино с руками идет борьба. Преимущество. Удар! Первый удар Ливерпуля. Это Фирмино. Так его партнеры. Милнер, проникающая передача в штрафную площадь, не дошла до адреса. Нет, момент! Момент! Ворота пустые! Удар! Удар! И! Гол! Мане! 1-0! Вот эта игра сейчас будет! Баварии нужно идти вперед всей командой! 1-0! Ливерпуль забивает на выезде в матче, в котором результативная ничья устраивает английскую команду. Откуда взялся гол? Давайте смотреть. Пас, просто пас вперед. Ничего особенного. Как же сыграл Рафинья. Это просто поразительно, как Рафинья на ровном месте проиграл борьбу, проиграл позицию. Алах, Хумельс великолепно играет в подборе сейчас, защитник Баварии. А в зону полетел этот мяч, и Гнабри не успевал. Голландец на Трента, а Трент дарит мяч Хави Мартинесу. Хави Мартинес есть, просто крутил второго. Зюле оказался отыгранным в этой ситуации. Трент против него, Рибери, передача слишком высоко. Вот этот мяч не нужно было трогать. Рибери с мячом. Все через Рибери пытается Бавария что-то создать. Орсату был рядом, показывает, можно. Четко действует Матип, назад на Алисона. Алисон Александру Арнольду, рядом некому, потому что все закрыты. Салах. Ох, как здорово! Салах разбирается в стенку с Вайналдумом. Мане обработать передачу не сумел. Матип грубовато, по мнению. Штрафной! Робертсон, удар! Ноер! Пуль к главному флагу, немножко подтягивая время, но имеет право. Сделал Мане.
фактически кистью руки сейчас сыграл, но выручая свою команду, потому что удар-то получился приличный у Робертсона, и на ход ему хорошую передачу угловой зарабатывает Ливерпуль. Прошла эта атака, и Нойер из ближнего угла вытаскивает этот мяч. Сачо! Ёкнуло, наверное, сердечко-то, да? И странным образом на левом фланге Робертсона нет, прострел! Опережа, перехват сейчас тонкий, не прошел, продолжает Бавария комбинировать, не та нога. Гамес, ярко выраженный, левша, падный пас, штрафную площадь, Гнабри, удар! 1-1! 1-1! Заходит! Заходит этот мяч в ворота, 1-1 счет. Получает Ливерпуль слева, через Гнабри шла эта атака. И Клопп не понимает, как же такую легкую атаку пропустили. Давайте смотреть. Вот что было. Пас за спину Робертсону. Робертсон зевнул откровенно совершенно. Гнабри, Гнабри ставит корпус. Ну а дальше все элементарно. Удар об землю. Пытается дважды, Фабиньо падает. Но это не ситуация Пепе и Джеко. Здесь вполне. Прострельная передача. Справляется Бавария легко. Алаба сразу же пас вперед. Левандовский получил. Левандовский! Алисон выходит из ворот, подстраховывая своих центральных защитников. Было нарушение, поднят флаг, потому что нужна помощь, больно. Короче говоря, штрафной получает Бавария в свою пользу. Далеко до ворот, опять весь стадион, поскольку мяч оставался у Рибери. Рибери сделал пас на Левандовского. Ар! Легкий удар для Алисона, и голкипер Ливерпуля спокойно. Рибери с мячом, штрафной площади, Рибери, прострел, мягкая передача, но там нет никого. Слишком высоко для... Атакует центрального защитника Баварии, который делает смелую передачу поперек. Пока совершенно ничего не понятно. 1-1 на гол Мане от Бавария. И из-под Рафини забил Мане, а Мануэль Нойер побежал. Рафини сюда разворачивает, но получает он по ногам, не он, конечно, по ногам, а Алькантера. Против него Алькантера. Мане, Салах ждет ошибку защитников Баварии. Атаку Ливерпуля и легко с ней справляется. Алаба слева, 27 номер, Рафини 13 номер, Милнер, ему перекочевала капитанская повязка. И атака Ливерпуля, как всегда, 9 Фермино, 11 Салах, 10 цепился в него Гнабри. Аккуратненько подрабатывал себе мяч, и из-под ноги Гнабри Фабиньо. Атака лицом к воротам, 4 игрока Ливерпуля, Салах, Нойер, вот Салах. Ливерпуль мяч они пока сохраняют. Мане понравилось сегодня вот таким вот образом обыгрывать, ставить корпус. Именно так он Нойер возбуждает, так, как я бы сказал, массово болельщиков. По крайней мере, и те, и другие здесь. Атакующий настрой Баварии смысла не имеет. Хотя Матип тут, конечно, затоптал Левандовского. Ну и Милнер, точно передача будет. Милнер, плохой пас. Бавария легко справляется. Там все выигрывает Салах. Салах, скидка. Кто первый на мяче? Рафинья. Получает этот мяч Милнер в штрафной площади, а здесь плохо перехватывает эту передачу, очень легко. Алькантера обыгрывать сложно, но Мане пробует, прострельная передача. Справляется Бавария с этой передачей, Бавария с мячом. И Левандовский! Матип отработал этот эпизод здорово. В площади проходит стенка и запутался в мяче Трент, ошибся. А кто справа его подстрахует? Это Баварии нужно выигрывать. Гнабри, опасная ситуация может быть! Гнабри действительно очень здорово открывается. Не повезло Левандовскому сейчас, хотя надо. Никак не удается занять такую позицию, чтобы не проходили за спину передачи. Она открывается в штрафной площади. Левандовский без нарушения правил. Здесь он сам потерял мяч. И Александр Арнольд. Опасно! Ну, а что? Вне игры. Всем плохой. Салах аж притопнул от неудовольствия, что на ровном месте теряют мяч. Вот решили построить друг против друга игру. Разворачивается Фермино. Пас вперед. И удар по ногам. Теперь уже желтая в эту сторону. Главный тренер сборной Германии. И Оливер Бирхоф рядом с ним. И травму нанести. Еще и наступил Хави Мартинес. Нет, был первый на мяче. И даже можно сказать, что грубое нарушение правил. Можно было. Ну и был удар Салаха. Выдержали кулаки Нойера. Передача. Дайк штрафной. Подача сюда. Ван Дейк! Вирджил Ван Дейк! 2-1. И два мяча. Два мяча нужно забивать Баварии.
Я произнес эту фамилию, когда еще мяч не полетел в штрафную площадь, потому что единственный, пожалуй, единственный игрок, который способен переигрывать Баварию на втором этаже, это Ван Дайк. И именно он головой выиграл. А что же Бавария? Почему плотнее не держали Ван Дайка? Давайте смотреть. Вот он выходит в эту точку. И Хумельс, король воздуха Хумельс, но он с места выпрыгивал, а Ван Дайк там не из-под него. Ван Дайк забил. Там коллективная ошибка получилась в обороне. Фабиньо владеет мячом и только-только вот сейчас получил по ногам. Что Бавария? Создавать моменты. Бавария прижата к своим воротам. Вжата буквально в ворота, потому что сейчас был... И дачу он сделал. Вот только сейчас поднят в флаг арбитра и положение вне игры. Ну, опасный момент. И в последний момент из-под ноги Коумана Фабиньо должен пытаться доминировать сейчас в эти минуты. 74-я минута. 2-1. Ливерпуль впереди. Хамес. Еще подача Левандовскому. Не дают пробить. И нарушение правил Орсато. И эту свою деятельность, атакующую до удара по воротам Салах. Это могла быть точно. И нарушение правил подождал Орсато. Баварии. Ну, а как же бежать вперед? Бавария, такое впечатление, что устала и сил не хватает уже выбегать. Баварии. Пас вперед. Ван Дайк ошибается, но с нарушением правил. Значит, не ошибается. А у Баварии Санчеш. Пас в штрафную. Коман. Долго. Или не Коман. Где же Коман? Коман только прибежал. Ну, только прибежал. Что ж такое? Видимо, Салах открывается. Получает передачу. Салах в штрафной. Но перехитрить Алабу. Там... Но пока Ливерпуль еще борется. Санчеш. Удар мимо ворот. Пока Ливерпуль еще... Салах. Салах. Ох, какая передача! Блистательный Салах! Голище забивает Ливерпуль! 3-1. Это, наверное, все. Это, наверное, четвертьфинал. 4 мяча нужно забивать Баварии. Но давайте насладимся этим повтором. Не этими крупными планами грустных людей. Зачем смотреть на грустных людей? Давайте смотреть на веселых людей.